В июле 2016 года по приглашению буддийского центра Дечен Даки Линг впервые в Россию приехал мастер Дзакчена Тулку Сангнак Тензин Ринпоче. Его святейшество Друбванг Пенор Ринпоче признал его реинкарнацией буддийского учителя Кинчена Цультрима Йонтена Гьяцо, который в свою очередь был распознан как Тулку Шанг Нанам Ешеде, одного из 25 учеников гуру Падмасамбхавы. В Москве Тулку Сангнак Тензин Ринпоче прочитал две открытые лекции, а также провел ретрит, в ходе которого даровал учение по трем заветам Гараба Дорже. В специальном интервью по просьбе сайта «Сохраним Тибет и своих учеников» Ринпоче ответил на несколько вопросов о визите в Россию и учении Дзакчен. Ринпочела, поделитесь вашими впечатлениями от первого визита в Россию, в Москву. Как прошли учения в Москве? Ринпоче всех приветствует и говорит, что он очень доволен этим визитом, что все прошло наилучшим образом. Ринпоче первый раз в России, первый раз в Москве, первый раз давал учения. И, по его мнению, все прошло наилучшим образом. В течение 5 дней были учения. Ринпоче все понравилось. Также место, погода, все понравилось. В Россию мало приезжает учителей, которые передают учения Дзакчен. Почему для первых учений вы выбрали известный текст первого патрула Ринпоче по трем заветам Гараба Дорже? И если можно, кратко объясните, пожалуйста, тем людям, кто мало знает, что такое учение Дзакчен или вообще не слышал этого слова, что такое учение Дзакчен по форме и содержанию. Ринпоче говорит, что учение Дзакчен особенно подходит для времен упадка. Сейчас мы живем во времена упадка, когда особенно много трудностей и проблем, когда у людей очень много беспокойства и у людей много страха. Поэтому учения Дзакчен, они особенно подходят для этого времени. В этот раз Ринпоче попросили дать учение «Три наставления, указывающие суть практики» патрула Ринпоче. И Ринпоче объяснил первый из трех разделов воззрения в этот раз. Но вот именно эти учения Дзакчен, они особенно подходят нашему времени, потому что в это время очень сильные омрачающие эмоции. А для таких ситуаций учение Дзакчен особенно подходит и является противоядием. Если мы говорим об учении сутры, об учении тантры, то на этих путях используются методы отречения и трансформации негативных эмоций. А каков метод практики Дзакчена? Разница между сутрой и мантрой заключается в том, что на пути сутры путь основывается на причине, а на пути мантры путь основывается на плоде. То есть это путь колесницы причины или колесницы плода, это колесница тайной мантры. И в этом есть разница. Также то, что касается пути тайной мантры, то там сначала необходимо зародить отречение, потом необходимо зародить совершенное намерение бодхичитты, принесение блага другим людям. А после этого необходимо совершить практику трансформации, то есть все нечистые видения превратить в чистое. И в этом заключается путь тайной мантры. То, что касается пути великого совершенства, пути Дзакчен, там непосредственно сразу узнается истинная природа всех явлений. Узнается ее изначальная чистота. Изначальная чистота природы и то, что следует из этого, изначальная чистота всех явлений.
Таким образом, именно это знание используется на пути, используется в практике. И тогда все обстоятельства, которые возникают, любые трудности, все, что встречается в обычной жизни, во время обычной активности, зарабатывания на жизнь и так далее, все это благодаря практике воззрения можно привносить на путь. И это есть вот отличительная черта практики именно дзогчен. Говоря о дзогчене, в ум приходит сразу такой термин, известный всем как рикпа. В объяснениях этого термина говорится, что выразить на интеллектуальном или логическом уровне это понятие невозможно. Но при этом передача состояния рикпа является ключевой в учении дзогчен. Каким образом устраняется противоречие, что рикпа невыразима, но при этом это состояние, это знание можно передать другим людям? Да, хоть и говорится, что рикпа невыразима, но все же есть возможность дать объяснение. Объяснение дается, каким образом достичь этого состояния, то есть достичь этого знания. Для этого используются наставления, глубокие тайны наставления лам. Для этого лама дает подробное объяснение, которое вводит ученика в знакомство с природой ума. Ринпоче говорит, что так как ум присутствует у каждого живого существа, то это есть основное условие для практики, для того, чтобы обладающее умом живое существо могло узнать его природу. Потому что есть ум и есть его природа. А когда мы говорим о рикпа, мы именно говорим об узнавании природы ума, которая присуща каждому уму, так же, как, например, качество тепла присуще огню. Точно так же каждый ум обладает природой. И благодаря наставлениям ламы, благодаря полученным разъяснениям и комментариям, тот, кто получает их, может узнать, распознать вот эту природу собственного ума. И такое осознавание есть рикпа. Впоследствии, то есть получив эти инструкции и узнав природу собственного ума, практикующий накапливает свой опыт. Он накапливает свой опыт в пребывании, вот в этом распознавании. И таким образом он получает ответ, что такое рикпа, из своего собственного опыта. По мере накопления опыта для него, для практикующего, становится все более ясно, что же такое рикпа и насколько он сам постиг это состояние. На пути сутры и тантры для развития нашего знания обязательно требуются усилия. Я слышал, что на пути дзогчена для продолжения или пребывания в состоянии рикпа усилий не требуется, а даже наоборот, они рассматриваются как препятствия. Правильно ли я понимаю этот аспект практики дзогчена? Ринпоче говорит, что нельзя сказать, что практика дзогчен вообще не требует никаких усилий. Имеется в виду, что усилия или дисциплина не являются основным моментом практики, то есть их нельзя назвать каким-то ключевым аспектом практики дзогчен. Но необходимо совершать практику, то есть необходимо прилагать усилия для совершения практики. Без этого она не будет развиваться. Главное — это первое — распознать все-таки природу своего собственного ума благодаря наставлениям, полученным от ламы. Дальше необходимо обрести уверенность в таком распознании и пребывать в нем во всех обстоятельствах и во все время, что бы вы ни делали, какую бы активность вы ни осуществляли, необходимо поддерживать осознавание и благодаря этому все, что проявляется, привносить на путь. На одной из лекций вы сказали, что чем выше учение, тем легче его практиковать. Поясните, пожалуйста, это высказывание, ведь обычно считается все наоборот. И вторая часть вопроса, могут ли практиковать дзогчен, как миряне, так и монахи, для кого предназначен дзогчен? Воззрение дзогчен является действительно высочайшим, и практика дзогчен — это тоже практика высокого уровня, практика глубоких наставлений, полученных от ламы. Почему же эта практика
легкая. Здесь приводится сравнение, например, с самолетом. Если мы летим на самолете, да, то это очень далеко от земли, то есть мы летим очень высоко, но при этом мы летим очень быстро. То есть вот можно привести такое сравнение. С одной стороны, это очень высоко, а с другой стороны, ведь это самый быстрый путь прибыть куда-либо. Точно так же, не надо думать, что высокие учения связаны с большим количеством трудностей. Наоборот, чем выше учение, тем проще его практиковать. Самое главное — это понять основные сущностные моменты воззрения, медитации и поведения. Вот поняв сущностные моменты и обретя уверенность в воззрении, медитации и поведении, можно практиковать эти учения, и тогда будет польза, и тогда эта практика будет легкой, так же, как вот говорил Ринпоче на учениях. То, что касается тех, кто может практиковать это учение, то действительно это учение могут практиковать все, потому что ум есть у каждого живого существа. А раз есть ум, то есть и природа ума. А если есть природа ума, то можно ее распознать и таким образом осуществлять практику дзакчен. В этом смысле нет неподходящих сосудов для учения дзакчен. Как сказал Будда, каждый из живых существ обладает просветленной природой. Поэтому в этом смысле нельзя никого исключить из тех, кто может получать и практиковать учение Будды и такого рода учения. Для того, чтобы практиковать такое учение, необходимо обладать кармой, необходимо в прошлом сделать такое устремление, накопить достаточное количество благой кармы, чтобы в этой жизни иметь возможность встретиться с таким учением. Это большая удача, и она зависит от прошлой кармы и накопленных заслуг. В учении дзакчен огромная роль отводится учителю и практике гуру-йоги. Расскажите, почему это так? И расскажите, пожалуйста, о своих учителях, от которых вы получали учение дзакчен. Действительно, гуру-йога очень важна, потому что все наставления, на основе которых мы осуществляем практику, мы получаем от лама, от учителя, от гуру. В дзакчене говорится о трех уровнях в линии передачи: Сампхогакая, Дхармакая, Нирманакая. То есть учитель уровня Дхармакая — это Самантабхадра, учитель Сампхогакая — это Ваджасатва, учитель Нирманакая — Гарабдорже. Это мы говорим о них, когда говорим об линии передачи этих учений, учений дзакчен. Далее, когда мы узнаем природу собственного ума, когда благодаря наставлениям ламы происходит ознакомление с подлинной природой, то вот это состояние рикпа обладает качествами в полной мере всех трех кай, всех трех тел. Дхармакая, Сампхогакая, Нирманакая. Поэтому, когда мы осуществляем практику дзакчен, когда мы осуществляем практику воззрения и осознаем, что истинная природа нашего ума обладает в полной мере всеми совершенными качествами трех кай, трех тел, тем самым мы осуществляем гуру-йогу. Те учителя, которые передают наставления, которые физически дают нам учения, это учителя внешнего уровня. Когда же мы распознаем природу своего собственного ума с присущими ей совершенными качествами трех кай, тогда мы встречаемся с ламой абсолютного уровня, с внутренним ламой абсолютного уровня. Когда мы пребываем вот в этом распознавании, в узнавании собственной природы ума, то мы также узнаем или практикуем нераздельность нашего собственного ума с просветленными умами коренного ламы и лам линии передачи. Пребывание в такой нераздельности, то есть узнавание такой нераздельности, это является гуру-йогой самого высокого уровня.
То, что касается учителей Ринпоче, от которых он получал учение Дзакчен, их много, Ринпоче очень много получал глубоких наставлений по учениям Дзакчен. То, что касается этого учения, которое Ринпоче давал в этот раз в России, о трех наставлениях, проникающих в суть практики, то он получил его от Мева Кинчена Туптена Озера, который, в свою очередь, получил его от Попа Тулку, который, в свою очередь, был учеником Дзапатрула Ринпоче, который и написал этот текст. У многих людей есть такое представление, что учение Дзакчен связано с традицией Нингма, и что это учение является завершающим этапом на пути тантры. Так ли это? Или Дзакчен – это отдельное и самодостаточное учение для достижения окончательного освобождения? Нельзя сказать, что Дзакчен является традицией школы Нингма. Как можно воззрение Самантабхадры отнести к какой-либо традиции? Как можно его ограничить? Сарма или Нингма – это традиции, связанные с переводами текстов, то есть с традицией старых переводов, с традицией новых переводов. Учение же Дзакчен, его линия передачи, как объяснял Ринпоче, идет от Самантабхадры, далее в Джасатва, далее Гарабдоджи, далее Маджушимитра, Шисинха, Туру Ринпоче, Кадру Еше Цудьял, Лонченпа, Джигме Лингпа и далее вот учителя Ринпоче, о которых он говорил, Дзапопа Тулку, Мева Кенчен Туптен Усер и далее Ринпоче. Вот эта линия передачи, то есть она не имеет какого-то отношения именно к традиции Нигма или Сарма, и поэтому тоже нельзя ее связать с, например, в этом смысле, что она относится только к традиции тайной мантры, потому что само воззрение Дзакчен, оно знакомит с подлинной природой, а подлинная природа, она как небо, она не имеет каких-то краев и не впадает в крайности, не выбирает и не знает в этом смысле никаких ограничений. Поэтому не стоит говорить о Дзакчен как принадлежащем чему-то, какой-то традиции. Прошу пояснить, то есть практикуя Дзакчен, можно не практиковать сутру и тантру? Практики воззрения Дзакчен, практика всех остальных путей полностью объединена. То есть говорится, что Дзакчен — это практика, это воззрение, которое объединяет все, объединяет смысл всех остальных путей и учений. Будь то срединный путь Мадхьямака, будь то Махамудра, в учении Дзакчен объединены все сущностные моменты всех учений и всех путей. Поэтому достаточно осуществлять только практику Дзакчен. Нет необходимости осуществлять какую-либо другую практику, потому что все они уже объединены в этом воззрении. И не надо беспокоиться, что если практиковать только Дзакчен, вы что-то упустите в своей практике. Все сущностные моменты уже объединены в практике Дзакчен. Как Ринпоче уже описывал, линию передачи учений от Самантабхадры, далее Ваджасатва, Гарабдоджи и так далее, до Гуру Ринпоче. Гуру Ринпоче пришел в Тибет, и учение тайной мантры распространилось учение именно внутренних тантр. И тибетцы получили эти учения и хранили их, и поэтому до сих пор они еще доступны. Мне стало известно, что у вас есть планы вместе с организаторами вашего визита в Россию приезжать к нам и в будущем и провести здесь курс учений по текстам Ланчена Рабджампы. Расскажите, пожалуйста, об этом. В этом году из вот этого текста, который мы изучали, текста Патрула Ринпоче о трех наставлениях, указывающих суть практики, мы прошли первый основной момент. То есть в следующем году Ринпоче планирует дать оставшиеся второй и третий основные пункты, касающиеся медитации и поведения. Также в следующем году, возможно, мы начнем программу по изучению текстов Ланченпы. Это трилогия обретения покоя.
Ланченпы, и Ринпоче даст это учение на основе вот, самого главного текста из этой трилогии, это обретение покоя в природе ума. Ринпоче считает, что это принесет большую пользу, потому что этот текст, эти учения Ланченпа объединяют в себе сущностные моменты практики дзогчен, и поэтому будет очень благоприятно, будет большая польза от изучения этого текста. В этот раз Ринпоче увидел, что много людей проявляют интерес, много людей пришло на учение, Ринпоче не знал, сколько действительно людей придет на учение, но он увидел, что есть много заинтересованных, и поэтому есть большая польза от того, чтобы передавать дальше учение дзогчен и изучать тексты Ланчен. Тогда те, у кого есть интерес, те, кто будут практиковать эти учения, они смогут все трудности, все неблагоприятные обстоятельства превращать в путь. Если они будут знать сущностные моменты практики, и если у них будет узнавание воззрения. Ланченпа считается королем учений дзогчен. Расскажите, пожалуйста, о его деятельности и трудах, почему и каким образом важно изучать его сочинения. Действительно, можно сказать, что Ланченпа является королем учений дхармы. Почему так говорят? Потому что сам Ланченпа, получив эти глубокие тайны наставления дзогчен, обрел реализацию дхармакайи в одной жизни, в одном теле. Кроме того, он написал очень много, он оставил очень много наставлений. И среди них такие известные, как «Сокровищница Дхармадату» и так далее, как «Отдохновение в природе ума». Множество этих текстов, они содержат самую суть практики дзогчен. Они содержат описание основных ключевых подходов к практике, и, кроме того, все остальные пути и практики, как уже говорилось, объединены в практике дзогчен, в воззрении дзогчен. Но недостаточно говорить о том, что Ланченпа является таким исключительным мастером. Необходимо получить свой собственный опыт, то есть необходимо практиковать эти сущностные моменты, необходимо получать учение и с помощью слушания, размышления и медитации прийти к своему собственному выводу о том, насколько ценны учения Ланченпы. Потому что действительно эти высочайшие учения, если выслушать их и хорошо поразмыслить над ними, то возникнет очень большая радость от вот, удачи встречи с этими учениями, тогда возникнет также радость и желание по отношению к собственной практике. Таким образом, необходимо приобрести собственный опыт, чтобы сказать, что учения дзогчен, учения ланченпа, учения такого рода обладают огромной ценностью, являются действительно особенными. И завершающий вопрос. Дайте, пожалуйста, сущностное, сердечное наставление, как практиковать общий путь дхармы в повседневной жизни. В нашей обычной жизни возникает много трудностей, возникают иногда какие-то очень тяжелые ситуации. И в это время ум становится очень обеспокоенным, от этого очень узким. То есть мы начинаем мыслить очень узко, вот только в контексте вот этой существующей проблемы. Вот так делать не надо. То есть совет Ринпоче — не надо ограничивать себя, ограничивать свой ум вот размышлениями об этих трудностях и проблемах, которые возникают, которые есть сейчас. Надо думать более широко, надо открыть свой ум, надо смотреть дальше, потому что все проблемы, все неприятности, которые появляются, они также непостоянны. То есть они рано или поздно пройдут. Поэтому не надо допускать, чтобы ум становился таким узким, таким вот озабоченным одной единственной проблемой или какой-то текущей ситуацией. То есть надо мыслить широко, надо раскрыть свой ум. Тогда будет легче, тогда эти проблемы не будут казаться такими же неразрешимыми. Если мы
знаем, получали учения, обычные учения, любые учения, дхармы, то в любой ситуации, в которой мы находимся, мы можем вспомнить слова учений Будды и поразмыслить над ними, как мы можем их применить. Если мы получали глубокие тайны наставления, мы также должны их вспомнить и также подумать, посмотреть, каким образом мы их применяем в этой ситуации. И третье, и самое главное, это наш собственный ум. То есть мы должны узнать природу своего собственного ума, изучать свой собственный ум и получать из него ответ, из собственной мудрости, ответ, как поступить в обстоятельствах, как привносить все, что появляется на путь. Если мы это сможем сделать, тогда вся наша жизнь, вся наша активность станет практикой. И что еще очень важно, чтобы мы перестали думать о своем собственном благе. Если мы заботимся только о себе, только о своем собственном успехе, то у нас будут возникать бесконечные проблемы и трудности. Нам же необходимо открыть ум в направлении других существ. Нам необходимо зародить в себе намерение, устремление принести благо всем живым существам, как можно большему количеству живых существ. Даже если мы занимаемся любой обычной деятельностью, мы должны стараться принести как можно больше блага людям, окружающим нас, живым существам. И чем больше мы принесем такого блага, чем больше мы будем думать о других людях, других существах, тем больше будет пользы для нашей жизни, для нашей практики. Впоследствии же, если будет такая удача и удастся ознакомиться, узнать воззрение Дзакчен, то благодаря его применению на практике все, что возникает, можно будет привнести на путь. То есть любые трудности, любые обстоятельства, все, что встречается, можно будет легко привнести на путь, легко сделать из этого практику. Исходя из понимания взаимосвязи, то есть понимая, что все мы между собой связаны, необходимо улучшать свой характер. То есть, понимая, что все мы влияем друг на друга, необходимо менять свой характер к лучшему, необходимо зарождать в себе намерение помочь всем живым существам. Тогда всем нам жить будет лучше, тогда мы будем приносить пользу другим, но также будет польза для нашей жизни и для нашей практики. Кроме того, если мы практикуем дхарму, то благодаря такому отношению, благодаря вот таким изменениям своего характера, своего намерения, мы получим очень большое благословение Будд и Бодхисаттв. То есть совет Ринпоче изменить свой характер к лучшему, зародить в своем уме сострадание и любовь к живым существам, причем так, чтобы она была всеохватывающей, чтобы не было развлечения, не было выделения кого-то, а равностно ко всем испытывать такое чувство сострадания и любви. И в этом необходимо тренировать свой ум, то есть необходимо это осуществлять как практику, и тогда жизнь, тогда любая активность, будь то практика или обычные дела, станут наполненными смыслом. И поскольку мы все связаны между собой, то если мы все будем действовать таким образом, если мы все будем изменять свой характер к лучшему, то будет очень большая польза, и количество счастья будет все время пребывать. И к тому же такое отношение рождает в нас смелость и решительность, то есть необходима смелость в принесении блага другим, и тогда наша практика действительно будет приносить большую пользу. Мы должны изо всех сил стремиться приносить благо другим существам, и в этом польза и для нашей практики, и для нашей жизни.